В Анапе полицейские провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В одном из магазинов города-курорта правоохранители установили факт незаконной продажи алкоголя. 44-летний предприниматель реализовывал пиво без разрешительной документации. Правоохранители изъяли более 200 литров этого напитка. В отношении правонарушителя полицейские составили два протокола. Мужчине грозит штраф и конфискация алкогольной продукции.